Думська ТВ працює наживо. Говоримо про головне в студії Олександр Новицький. Та Алла Єсіна, вітаю вас. Є така одна справа, яка об'єднує всіх одеситів. Це залишки узбережжя. Ну, знаєте, вони не дійсно не пустують, а там є якісь об'єкти певні. І от таким чином ми за них дуже-дуже-дуже хвилюємося, адже їх хворують. Будемо саме зараз говорити про те, що відбувається із санаторієм Лермонтовський. До нас в студії долучилася депутат Одеської обласної ради Ірина Коваліш. Пані Ірино, вітаю вас. Здравствуйте. Перш ніж почнемо розмову, прошу режисера дати інформаційний матеріал для того, щоб нагадати, з приводу чого буде йти розмова. Прошу вивести на екрани. 28 січня відбулося засідання робочої групи при Комітеті Верховної Ради з питань соцполітики щодо ситуації навколо санаторію Лермонтовський. Приводом для позачергових зборів стали події, що відбулися в Одесі 25 січня вранці на території санаторію Лермонтовський. Група запросила від Мін'юсту та Міноборони низку документів. Зокрема, про те, на підставі чого представника Міноборони і військовій службі правопорядку було дано наказ про візит на територію санаторію. Крім цього, народні депутати, які входять до складу робочої групи, ініціюють створення тимчасової слідчої комісії за фактами одеських подій 25 січня 2019 року. Розширене засідання робочої групи призначено на 4 лютого. Зазначу, що наразі Лермонтовське повністю підпорядковується Міноборони. Ситуація на сьогоднішній день продовжує бути стабільною. Підрозділи військової служби правопорядку продовжують охороняти майно Збройних сил України. Станом на сьогоднішній день ні одного кримінального провадження відносно військовослужбовців щодо нанесення травмувань цивільному населенню або пошкодження, знищення майна немає. За словами начальника військово-медичного клінічного центру Південного регіону, 38 пацієнтів санаторію продовжать лікування на базі 411-го військового госпіталю. Він також зазначив, що жодного з працівників санаторію звільняти не будуть. Нагадаємо, що 25 січня представники Міністерства оборони разом з судовими виконавцями і співробітниками військової прокуратури зайняли санаторій Лермонтовський, який був переданий військовому відомству влітку 2018 року. На територію оздоровниці вони зайшли приблизно о 5-й годині ранку. У пацієнтів Лермонтовського відразу ж виникли конфлікти з новими власниками, які не пускали на територію санаторію його відвідувачів. Ну, які процедури, ти розумієш, у мене здоров'я, я буду через тебе десь наставити, що ли? Книжка от моя. Вот і років ставив, тихо, Андрій. Отойди отсюда, говорю. Я не говорю, що через полтора місяці можете прийти, все встановиться і опять продовжити своє лечення, своє, це буде. Вот я не долечился где-то неделю. Сейчас перевели нас в госпиталь, чтобы мы долечивались там пока. В Укрпрофздравниці, яка продовжує вважати санаторій своїм, стверджує, що відбулося захоплення. Ну і перш ніж ми почнемо розмову, нагадаю, що в нас відкриті лінії для голосування. Сьогодні питаємо вас з приводу форуму, який відбувався у Києві, де діючий президент Петро Порошенко заявив, що йде на другий термін. Саме тому наше сьогоднішнє голосування сформульовано наступним чином. Петро Порошенко, президент України, йде на другий термін. Три варіанти відповідей: підтримую, не піду на вибори. Пані Ірино, чи хвилює вас ситуація щодо санаторія Лермонтовський? Як ви вважаєте, це дійсно він зараз під охороною або його таким чином намагаються дуже складною схемою, як кажуть, віджати? Ну, во-первых, меня этот вопрос беспокоит. Беспокоит настолько, что я являюсь членом рабочей группы, которая создана при Комитете по социальным вопросам при Верховной Раде Украины. Я и ряд депутатов, руководство Одесской области, местного самоуправления, а также ряд народных депутатов. Что касается того, что происходит сейчас в санатории Лермонтовский, я, конечно же, как представитель громады, я, конечно же, выскажу такое мнение, что я за сохранение санатория в его пределах. Мы сегодня знаем, что на санатории Лермонтовского уже с приходом военных на эту территорию и нет. Уже заявили о центре реабилитации для участников АТО, санаторий Одесский. И моя позиция полностью совпадает с тем, что было озвучено и принято еще в прошлом году на сессии Одесского областного совета. Санаторий Лермонтовский должен стать собственностью Одесской громады, громады Одесской области. Потому что... Будет не в подпорядкувании Укрпрофздравницы? Абсолютно точно, да. Это моя позиция. Я была инициатором соответствующего проекта решения. И спасибо
спасибо поддержала вся громада в лице депутатов всех областного совета, потому что, ну, в сказке про Минюст и заботу Минюста о санаторно-курортных учреждениях, в том числе Одесской области, не, я думаю, что никто здравомыслящий не верит, в эффективность использования как собственных земель, так вот и ныне приобретенных у Минобороны я тоже не верю. Есть печальные примеры, где территория того же 411 госпиталя, филиалом которого теперь де юре стал санаторий Лермонтовский, она застраивается. Я не верю и в Укрпрофздравницу. Факты, ну, были изложены. Неэффективность Укрпрофздравницы неэффективность. Показала против всей независимости, да, порядка Украины. 30 клинических санаториев потеряли со времен независимости. Поэтому такой абсолютно новый формат и новый вариант был предложен еще в прошлом году. И мне, к сожалению, ну, безумно грустно от того, что вот 2 миллиона громады, а депутат областного совета представляет всю Одесскую область, это 2,2 миллиона жителей, они проигнорировали это решение и решили вот, ну, придумать какой-то свой вариант. Ви, по суті, є третьою стороною цієї ситуації, тому що є Укрпрофздравниця, яку, наскільки я розумію, підтримує Світлана Фабрикант та Антіпов, який є сьогодні директором санаторію. Да, он менеджер, є Міністерство оборони. А вы пропонуете альтернативный вариант? Этот альтернативный вариант был закреплен, еще раз повторюсь, решением сессии Одесского областного совета. Одесский областной совет за период со времен независимости уже апеллировал в судах и пытался вернуть санаторий Лермонтовский с его уникальными памятниками архитектуры в свое, ну, скажем так, законодательное поле. Еще раз повторюсь, мне жалко, что мнение большой громады проигнорировали. На сегодняшний день я, конечно же, хочу верить в лучшее. Сегодня прочитала новости о том, что часть трудового коллектива будет трудоустроена. Я, например, тоже... Частина. Ну, это такая не очень хорошая новина. Ну, для іншої частини. Вы знаете, я радуюсь всему тому, что радует людей. И огорчаюсь, когда там хоть малому количеству грустно и печально. Поэтому я надеюсь, что здесь будет достигнуто понимание, люди не потеряют свою работу, хотя ни о каком эффективном использовании уникального оборудования, которое было на территории санатория Лермонтовского, ни о применении уникальных технологий, методик лечения, включая грязелечение, очень много механических, сложных, уникальных аппаратов, которые спасали жизни и реабилитировали, поднимали в буквальном смысле слова на ноги жителей Одессы, Одесской области и близлежащих областей. Я думаю, что сегодня, на сегодняшний день, ну, по крайней мере, по заявлению Минобороны, до 1 мая об этом придется забыть. Ну, але ж и сегодня стан санаторию выкликает питание. Конечно же. Но, смотрите, с одной стороны, состояние санатория Лермонтовский, он требует дополнительных вливаний. Я не знаю, по какой причине Укрпрофздравница там не инвестировала. Ну, мы знаем прекрасно, еще раз не буду повторяться, что я не считаю Укрпрофздравницу эффективным менеджером. Хотя, что касается Дмитрия Антипова, да, он представляет Укрпрофздравницу, но у меня лично по вот, хронологии тех событий, которые происходили с момента его директорства 2012 года, нет ни одного повода усомниться в его честности и порядочности, даже несмотря на то, что он является представителем Укрпрофздравницы. А путевки тут дуже дорогие. Я не знаю, какая стоимость путевки, потому что для нас санаторий, для нас, как для депутатов Одесского областного совета, санаторий Лермонтовский является социальным партнером. И в рамках областной региональной программы социальной защиты оздоровления получают на территории санатория Лермонтовского, ни одной жалобы не было. Более того, санаторию Лермонтовский, ну, государство еще должно порядка 15 миллионов гривен за то, какую помощь оказывалась санаторием в 2014-2015 году по приему тех же переселенцев. Ну и повторюсь, может, это уже кто-то озвучивал, санаторий Лермонтовский один из первых создал на своей территории, на своей базе отделение для лечения участников АТО и реабилитации. Поэтому... Ось вони туди и приехали. Будь ласка, скажите, які плани щодо території санаторії Лермонтовський у військових, як ви вважаєте, що дійсно там вони розгорнуть якусь таку діяльність активну, або це буде, знаєте, ЖК Лермонтовський, наприклад? Я не хочу распространять слухи, но что пару лет назад, что сейчас называется одна и та же фамилия одного мощного, можно сказать,
с одесскими корнями олигарха, который интересуется этой территорией. Плюс, опять-таки, я не верю в такие сенсационные карьерные переходы нынешнего исполняющего обязанности, скажем так, директора этого центра, который еще пару лет назад, на протяжении последних 4 лет, был представителем Минюста, а сегодня в Минобороне. То есть я могу по-хорошему позавидовать таким карьерным переходам. И снова занимается одной и той же справой. И, опять-таки, занимается одним и тем же делом. Я, конечно же, верю в лучшее. Я, конечно, продолжаю свою работу в рамках рабочей комиссии, потому что на сегодняшний день народные депутаты, в том числе и социального комитета, а по словам Сергея Каплина, который руководит этим социальным комитетом, и Наталья Королевская, порядка 70 депутатов народных готовят массовые запросы во все правоохранительные органы по поводу той ситуации, которая произошла ранним утром 25 января. Вчера Сергій Каплін нас на телефонному включенні був, він про це говорив. Поэтому будет массовая поддержка народных депутатов, чему я рада, потому что есть масса вопросов. На заседании комиссии представители Минобороны, представители... Ви маєте на увазі вчорашнє засідання? Да. Якраз про нього хотіла спитатися. Не смогли ответить на вопросы, на основании каких приказов, не предоставить копии, не назвать даже даты этих приказов, на основании каких приказов, как они правильно называются, военная служба правопорядка, это военизированное оборонное ведомство, структурное подразделение Минобороны, зашло в 5 утра в такой ранний час, имея якобы все законные основания. Знаете, штурмуют фортеці завжди о 5 ранку, коли сплять часу. Да, я тоже так говорю, что добрые дела в 5 утра не делаются. Тем более, когда, например, у исполнительной службы она появилась на моих глазах без 10:06, хотя рабочий день по закону... Ну, с 9, наскільки я знаю, працюють. Нет, ну, выполнять исполнительные меры, процедуры они могут с 6 утра. Ну, есть ряд вопросов, пусть занимаются правоохранители. Я хочу донести до громады... На комитете? Я хочу донести до громады свою личную позицию, что я продолжаю держать руку на пульсе, потому что такой санаторий уникальный должен остаться на территории Одессы, Одесской области, быть сохранен в его исторических пределах. И что касается тех решений, которые были приняты на вчерашнем заседании, они были запрошены все документы, чтобы документально, хронологически отследить все и приказы, и под основу дать такую документальную всем тем действиям, которые произошли на территории санатория Лермонтовский. И народные депутаты предложили создать временную следственную комиссию. Они будут ходатайствовать со следующей недели, пленарная неделя, эта неделя у депутатов не рабочая, рабочая, но в округах. А вот со следующей недели, с понедельника, они готовят все документы, точнее, уже готовят сейчас, подадут их в понедельник, с тем, чтобы инициировать и соответствующую постанову Верховной Рады Украины о том, чтобы отменить ранее принятые решения Кабинета министров. И у разі, якщо Міністерство оборони доведе документально законність свого перебування на цій території, що тоді? Я законопослушный человек, и если на тот момент все судебные инстанции примут и займут сторону Кабинета министров, а на сегодняшний день, несмотря на те события, которые произошли 25 января, продолжается очень много судебных споров, в том числе одним из фигурантов, одной стороной которых является Одесский областной совет, конечно же, против закона не попрешь. И это будет глупо для любого законопослушного гражданина, хотя мы с вами и многие другие люди знают прекрасно цену судебным решением некоторым. Еще такой штришок в части такой моего недоверия к Минобороне. В 2017 году Министерство обороны обратилось в Одесский областной совет с просьбой передать им одно из учреждений, которое ранее получила громада Одесской области по постанове Кабинета министров. Это станция переливания крови державного предприемства Одеська залізниця. И достаточно оперативно депутаты приняли соответствующее решение о том, чтобы передать, потому что предприятие оказывало все услуги и так для военных в неограниченном количестве, что касается банка крови, забора и так далее. На сегодняшний день Минобороны так и не издало ни одного документа, чтобы принять то, что они просили 2 года назад в свою собственность. Поэтому есть такой фильм, я его очень люблю, русский, но все-таки называется «2 дня», и там есть такая одна фраза, что когда там мужчина обвиняет женщину, что она сильно идеальная, там идеализирует ситуацию, она говорит: «Я не идеальная, я битая». Поэтому живем в той стране, в которой живем, прекрасно знаем ее и судебные, и другие реалии, поэтому хочется надеяться на лучшее, хочется надеяться на справедливость, а как оно будет, поживем, увидим.
Чи були звернення до очільника обласної державної адміністрації з цього приводу? Тому що знаємо, що власне він часто, регулярно лобіює певні рішення саме в Києві. Я хочу проаналізувати ті события, які произошли сьогодні, зустрітися з представителями трудового колективу, тому що у мене на фоні тих событий, які произошли 25 января, родилось таке предложення к своїм колегам, щоб сохранити не тільки колектив, щоб там не говорили, що був совет уперся там за 10 гектарів землі. Для меня лично важно, чтобы не только военные люди в ограниченном количестве получали профильную реабилитацию по инсультам, инфарктам и травмам опорно-двигательного аппарата. Для меня важна доступность для всех, без исключения граждан Украины, в частности, в первую очередь, для Одессы и Одесской области. Поэтому я хотела бы проанализировать ситуацию с трудоустройством людей и предложить руководству облсовета, руководству обладминистрации в случае, если люди не трудоустроены, предоставить трудоустройство на базе госпиталя ветеранов Великой Отечественной войны, который находится на 16-й станции Большого Фонтана. К этому учреждению областному, к его функционалу есть вопросы. Мы даже на моей профильной комиссии пытались не один раз его реорганизовать в центр оказания помощи участникам АТО, поэтому и попросить у Укрпрофздравницы передать уникальное оборудование, которое находится в 100% собственности Укрпрофздравницы. Да, движимое имущество, чтобы сохранить ту базу, попытаться сохранить ее. Вот я проанализирую, и я думаю, что такой вопрос может найти понимание, потому что, конечно, хочется сохранить уникальную землю, уникальный комплекс с памятниками архітектури. Но я думаю, що тут важливо прийняти соціально взвішене рішення. Наскільки знаєте, пам'ятки садово-паркової культури? Это комплекс является, да, согласно решению Одесского городского совета, одному уже, из прежних. Уже будет складнейшее его... А на территории находятся два памятника архітектури, которые находятся в реестре Одесского города. Я кажу, знамо Бог. Будемо слідкувати за ситуацією. Контрастом спера, говорила Леся Українка. Ірино, почули вашу позицію, вдячні, що прийшли до нас. Я благодарю, що ви уділяєте цьому увагу на такі актуальні питання. Всі разом намагаємося розібратися, що все ж таки відбувається. Будемо слідкувати за цим. Ще раз дякую за те, що прийшли до нас. Ірина Коваліш, депутат Одеської обласної ради, була нашою гостею. Зупиняємося на кілька хвилин, потім продовжимо роботу. Залишайтеся з Думською, буде цікаво.